Небесный покровитель есть у многих ведомств, в том числе у Федеральной службы судебных приставов. Это святой великомученик Феодор Стратилат. Одно из основных памятных мест, связанных с его именем – Переславский Феодоровский женский монастырь в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Место с богатейшей историей. Основан монастырь был еще в XIV веке. И сейчас служба судебных приставов оказывает поддержку в его восстановлении и сохранении православной святыни. Приставы не только помогают восстанавливать монастырь, служба планирует передать туда особую святыню. Было принято решение изготовить мощевик и с каждого региона привезти частичку мощей святых. Уже в мощевике все мощи поедут в Ярославскую область, в город Переславль-Залесский. В Иверском женском монастыре в Самаре прошла торжественная служба в день памяти святого Самарской Сызранской епархии Александра Чагринского. После частицу мощей святого передали судебным приставам. Чтобы они помогали всем службам, не только судебным приставам, но и были в том месте, где это необходимо, чтобы Божий народ имел своих покровителей. Частица отправится в Нижний Новгород, где и изготовит мощевик. Передать его в Переславский монастырь планируют в конце февраля, в день памяти святого Феодора Стратилата. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.